пробке стою, хорошо не курю, все здоровье, а то пошатал. Шанс опоздать уже 100 пудов. В пробках уже даже можно поспать, почитать, поиграть, станцевать. 3-4 часа в день мы в пробках живем. Что за пробки в Алмате? Нереальные пробки в Алмате. Хоть не Токио, здесь не Париж. Почему же все стоят, не едут вперед? Их как будто начальник не ждет. На работе начальник строгий очень начальник. А если снег, дождь, то просто от вас город конкретно встает. Я не пойму, почему постоянно вот так. Где Аким тот, что выход найдет? Аким, что выход найдет? И по пробкам весь мир обогнать Алмате он не даст. Хандай пробка, Алматы да. Не Дегин, Сундук пробка, Алматы да. Пробка в Ухалдахша, Кептелес, Кептелес. Казахша, Урша, Габуса, Дарберу, Сгербиды, Мане. Узгертетен, Адамон и Жок, Узгертетен.